Правда, как раз. Не поднималась. Я не могла тарелку поднять, это, поставить на место. Когда стали. Нет, я говорю, Господу. Ну хорошо. Вот. И он вот как раз и обе ноги раз и поднялись. Я говорю, Господи, да вот слава тебе, Господи. И глаза у меня плохо видели. А сейчас я буду читать. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь исцелит меня обязательно. Да, исцелит. И я буду читать, Вам сколько лет? 81. Нормально, да? И у меня. Хорошо. А что еще у вас? У меня еще тоже, когда вытягивали ноги, мне что-то раз-раз-прихрустило тут. Надо прямо же ноги держать, что же там не хрустить. Нормально. Я двигаюсь, как хочу. О, ну-ка идите, выходите, давайте. Теперь мы посмотрим, как вы двигаетесь. Во сколько лет-то? 81. 81 лет. Сейчас мы посмотрим, как Дух Святой на нее подействовал. Ну-ка давайте. Что-нибудь там сплясать надо или... Все. Ну, давайте, попрыгайте, все, попрыгивать, пол достать можете ладошками? Отлично, все, аллилуйя, ну-ка еще чуть-чуть там присядку или еще что-то. Слава Господу, да? Слава